Добрый день. Сейчас я вам хочу рассказать про еще одно свое изобретение. Ну как изобретение, совсем изобретение. Вот. Увидел я в интернете, продаются прикольные браслеты магнитные. На него цепляешь гвоздики, там все. Ну, удобная штука. Для работы, когда работаешь с гвоздями, гвоздики какие забиваешь. Вот. Ну что-то цена мне у них не понравилась, что-то дорого, на мой взгляд, это. Не стоит он того, кусок ткани, там, ну, типа магнитиков на холодильник на него. Может, какие-то еще, ну, не знаю, какие-то на самом деле, как он сделан. В руках не держал. Ну, вот. Поэтому я сделал себе такой бюджетный вариант этого приспособления. Это вот такой вот магнитик. То есть, вот сейчас поближе покажу. То есть, магнитика от шкафчика, браслет старый от часов, пришит. И все. То есть вот мы его одел. То есть как его одеть лучше. Наверное, вот так вот лучше одеть. Оп, сейчас взял и одеть. Так. Ну да, одевается он, конечно, на липучечке, наверное, проще. Но если вы одели, как говорится, полдня ходите. Раз в полдня одеть, это не сложно. Вот. И все, вот сюда, вот так вот оно. Раз. Вот, может у вас будет нацеплено, что угодно. Оп, вот так, одна гайка. Вот сверху они падают, да, вот здесь вот оно лежит, я вот могу махать. То есть удобнее, иногда удобнее на правую руку, чтобы вот гвоздик взял, прибил молоточком. То есть молоток в правой руке взять отсюда. Что отсюда, вот скажем, вот взять какой-нибудь гвоздика, сейчас у меня в руке нет, вот сверлышко сломанное. Что если оно вот отсюда, то я его должен взять этой рукой, переложить в эту, потом взять молоток, ну, в принципе, не намного удобнее. А вот с этой руки, да, оно. То есть я сразу несколько гвоздей взял из баночки, положил и там. То есть не надо их во рту держать, как обычно принято. Ну, вот такая вот штуковина, прощающая жизнь. Если взять пошире, можно два пришить. Ну, лучше, конечно, там от какой-нибудь старой сумки, магнитиков кругленький взять, шить в это, чтобы он был плоский, чтобы, ну, вот не сюда, а вот на эту плоскость цеплялась. Ну, как говорится, можно и круглый как-нибудь привязать к руке. Ну вот, я сделал вот такой себе вариантик. В принципе, иногда он мне хорошо пригождается. Спасибо. Вот еще раз покажу за внимание.